Регистрация в ЦОНе займет порядка 10-20 минут и требует минимум документов. Для регистрации необходимы согласие владельца жилья, его удостоверение личности, удостоверение личности регистрируемого и квитанция об уплате госпошлины за регистрацию по месту жительства в размере 10% от месячного расчетного показателя или 227 тенге. Необходимо также присутствие самого гражданина, потому что запись производится в чипе документа, и присутствие собственника жилья, либо наличие нотариально оформленной доверенности. В течение 10 дней он должен зарегистрироваться. Если в течение 10 дней, до месяца предупреждение, после этого предусматривается административный штраф в размере 7 месячных расчетных показателей. Если он повторяется в течение года, этот административный штраф до 13 месячных расчетных показателей может увеличиться. Тех, кто без внимания относится к изменениям в законодательстве, ждет административная ответственность. Так, к ответственности могут быть привлечены и владельцы или арендаторы квартир или частного дома, которые вовремя не зарегистрировали постояльца. Арендодатель, например, он к нему никакой ответственности ранее не предусматривалось. В настоящее время предусматривается административные меры примерно к 10 месячных расчетных показателей, что действительно для исключения резиновых квартир вот этих. При наличии электронно-цифровой подписи казахстанец может зарегистрировать себя с помощью электронного правительства. При этом, что отписываться по месту постоянной прописки не нужно. Выявление граждан безвременной регистрации по месту жительства начнется только с 1 февраля. Шанар Уразова, Амантай Ульбеков, Камила Сайфуллина. Информационная служба телекомпании «Отрар».